С левой стороны будет команда Absolute Legends на first пике. И справа команда Gutin 60, старые добрые ребята, которых мы уже многих из них знаем с самого первого полусезона. Рингтон уходит в бан против топ-лейнера Нусики. Против Gutin 60. Кого же уберут в бан? Команда на втором пике, как мы это уже привыкли видеть. Это в обычной является Казикс. Это может быть какой-нибудь другой опасный кэрри для вражеской команды, какой-нибудь Лебланк. Тот же Зикс может идти в бан. Или Лулу. Да. Кстати говоря, чаще всего мы видели Лулу именно с правой стороны. Опять же, благодаря тому, что не хотят игроки на втором пике отдавать этого чемпиона, как и всех вышеперечисленных. А вот с другой стороны, на ферст пике можно убирать кого угодно. Кто тебе неудобен, кого-то плохо играешь, просто чемпион, которому не удался лицом. Либо же Морган с потрясающим набором защитных и атакующих способностей, как потрясающий суппорт для своего декэри. Это Блэкшилд, который дает иммун ко всем способностям. Это потрясающий биндинг на 2,5 секунды. И, конечно же, Сол Шаклс, который зонит, заставляет разбегаться во все стороны всю вражескую команду. С другой стороны, опять же, Казикс со стороны второго пика уходит в минус команды Gutin 60. А Пентон также убирает. Absolute Legends — это также зон-чемпион, который за счет Grand Skyfall может инициировать хорошие тимфайты, заранее намечая то место, куда он свалится, и то место, где произойдет основное сражение и размен по киллам. Челли же, в свою очередь, берет Гангпланка в качестве плейсхолдера, я не сомневаюсь. Это может быть Зикс, это может быть Элис, это может быть Лебланк. Вариантов довольно-таки много. Ясу, так сказать, уходит в бан со стороны Gutin 60. Не мудрено. Против спортлайкера Панды этого чемпиона нужно банить. И несмотря на то, что его команда может проигрывать, все равно он уверенно на топ-лейне чувствует себя. И даже при ганке со стороны вражеского лесника он умудряется заставить киллы и размениваться один в один в безвыходной ситуации. Да, Гангпланк — это трэш, кстати говоря, со стороны да, Absolute Legends. В свою очередь, посмотрим, кого заберут игроки Good Team 60. Нусик забирает Гарен. Скорее всего, тоже плейсхолдер, хотя Гарен может теоретически появиться на профессиональной сцене. Ему есть место, но есть подозрение, что это все равно плейсхолдер. Посмотрим. Сейчас Дарки забирает Эзреаля, по-моему, для самого себя. Астра, на самом деле, показывает. Астра и Неон, эти два игрока, показывают отличную игру за Эзреаля. Ой, прошу прощения. Да, Астронион. Да. Да, да. Эти две, скажем... Машины. Машины, да, из игры за Израиля. Но не он, на самом деле, больше всего, мне кажется, отличился. Его эти киллы, эта комбинация с Трешом, то, что они вместе творили с Ликвидом за команду Team Empire, ну, просто заставило, не знаю, мозги переворачиваться внутри черепной коробки. Кого на РС, в свою очередь, пикает, думает, от пиком Лесина этот лесник крайне популярен, как и Вуконг. Как и Вуконг, в любой ситуации мы видели, что циклон может нанести очень и очень много урона. Это подкидывание, оно слишком ВПшное. Драконы как раз-таки благодаря этому пику и, в принципе, наверное, даже не то, что пику, а комбинации пиков выиграли сегодняшний первый матч против команды Рокс. А капитан Фейстрел забирает Брискранга. Будет ли это очередной плейсхолдер? Посмотрим. Для уже, наверное, челленджера, для АДК команды Absolute Legends. Кстати, с Трешом может пойти Люциан, может пойти Кейтлин, может пойти Севир. Бывает очень много. Но, скорее всего, это будет Люциан, потому что именно этот адекарий является сейчас пиком номер один для любой, абсолютно любой команды. Дасксонг и Конкнер будут думать над пиками. Может быть, это будет мидлейн и суппорт, какие позиции представляют эти оба игрока. Посмотрим. Открыто ли он? Открыто из таких более-менее viable суппортов Леона? Энни? Леон, Энни. И, пожалуй, все. Из таких самых год-тир суппортов. Да, была бы еще Моргана, если бы она не была забанена. Это и да. В теории Нами еще неплохой суппорт. Но это же, наверное, тиром ниже будет все-таки. Согласен. В плане полезности и популярности по пикам на международной арене. Да, Дастсонг и Конкнер пикают Варвика и Джакса. Джакс, я думаю, что пик 100% на топ-лейн. Противостоять, в принципе, любому чемпиону. Главное, чтобы его не загнобили. Загнобили на early game, да. Да, в свою очередь, Джейс или Бланк довольно интересные два пика. Джейса мы очень давно не наблюдали на профессиональной сцене.
Было от кого-то, было недавно. А The Carry Jace? Нет, это было в Макнун Шоу. Где была просто нарезка из роликов со стрима Макнуна, где он, кстати говоря, в новом патче Джейса довольно-таки неплохо играет. Это паук-машина, это паук-бурст-машина, даже скажем так. Макнун плеер профессиональ? Да. Именно так. Учитывая его прошлое на топ-лейне, поэтому не мудрено, что именно за Джейсом показывает уверенную игру. Да, и сейчас, видимо, Спортлакер Панда будет также на верхней линии показывать нам чудеса шаров, как он умеет ими управлять. Именно там. Да, Мальцевич будет... Мальцевич либо же Каванель. Честно говоря, даже не знаю. Каванель-Си. Да. Мне кажется, что Каванель-Си забрал Вуконга именно для себя. Он пойдет на позицию джанглера. В свою очередь мы увидим Спортлакера Пана на топ лейне за Джейса. Вопрос в том, кто же AD Carry с левой стороны, с абсолютной Лициан, ну, first pick'ом кого же можно забрать в качестве AD Carry? Конечно же, Лициан. Хотя кореец любит забирать именно Сивир. Посмотрим, учитывая то, что у них есть трэш, то может быть и Лициан, и Кейтлин, что тоже довольно сильный пик. Да, Сивир, даже та же самая Вейн, но опять же. Вейн, кстати, это очень сомнительно, я так считаю. Ну, посмотрим. Вспомним предыдущие игры Absolute Legends, там они стараются как раз-таки забрать Люциана. В первую очередь. Да. Спрос. Поехал у нас заново пики баны. Не стали ребята долго ждать. Банят сейчас стандартные чемпионы. Будут у нас забраны все те же самые лица. Мне приходится бегать так в этот момент. Да, это, конечно же, лица. Да, лица для челленджера. Что-то, как ты уже упоминал, он нам показывал. Дарки, в свою очередь, забирает Эзриэля. И ждем пик от Нусика на верхнюю линию. Это Джакс, да. Это Джакс. Гарен. Оу. Я посмотрел, что думал, что Казикс, он же вроде в бане был. Спортлайкер Пан, это Джейс. Каванель забирает... Забирает кого же? На мидлейн, да? Стоп. Подожди, Казикс был... Там Вуконг от Каванели. От Каванели Вуконг на позицию джангера. В бане был Казикс, правильно? Да. Да, так что здесь не может быть Казикс, это будет Вуконг. Со стороны команды Team Chisset, Dusk Song и Конкнер заберут, получается, мид и суппорта, да? Столько изменений постоянно у нас на нашей профессиональной сцене происходит. Притираются команды друг к другу, игроки также учатся играть друг с другом? Да. Или просто аккаунты меняются? И все. Но это, кстати, довольно интересная тенденция, и, по сути, для любого региона она свойственна. До того, как команда становится полностью устаканенной, такой, когда все игроки уже, так скажем, ну, притерлись, опять же, используем это выражение, притерлись друг к другу, они уже вместе отыгрывают, они чувствуют сыгранность. И, как правило, уже... Устаканившиеся команды занимают самые высокие позиции. Вот возьмем, например, драконов. Команда Dragon сейчас одна из топовых команд, или команда Rocks. Вот эти две команды. Самые стабильные, которые показывают самые высокие, пожалуй, результаты на профессиональной сцене российской. То есть, говоря об этих командах, они не делают замен вообще. То есть, они даже не задумываются об этом. Потому что их состав четко устаканен, они сыграны, они понимают, что если они проигрывают, значит, у них есть ошибки. Значит, им нужно больше тренироваться. И менять игроков – это не выход. Потому что, опять же, за все отвечает команда целиком. То есть, что бы то ни было, будь то фейл какой-нибудь на одной из линий, да, может быть, какой-то из игроков проседает на ранней стадии игры, но в целом, overall, этот игрок является сильным, и, может быть, у него есть какие-то недостатки. Но все это можно перекрыть за счет командной игры в том же мид-гейме, когда уже начинаются командные сражения, или же с помощью благодаря джанглеру. То есть много разных ходов, много разных вариантов, когда можно изменить ситуацию и улучшить ее в свою пользу и спасти, скажем, своего тиммейта, что тоже очень важно. В этот раз мы выйдем нестандартный немножко пик. Это будет Варбик, кстати говоря, в лес. Uh-huh. То есть это самый пик Гарена был. Скорее всего, он либо же это был. Или это был Гракас. В любом случае, эти два чемпиона берутся не так часто, кстати говоря, в последнее время, особенно ввиду последних изменений Грагаса, уменьшение скейла на Explosive Cask, также. Ну, Грагас, тем не менее, появляется, он поехали не... немножко. Да, но он не теряет своей актуальности, своей, так скажем,
своей мощи в пуш потенциале, аут пуш. То есть Грагас эффективен. Он силен и остается таким же мощным героем. Поэтому я думаю, мы будем его видеть из раза в раз до того, как его изменят на ПБЕ. Я слышал, что сделали из него конкретно танка нет. какого-то мага. Ну, кстати, это была изначальная задумка, насколько я помню. Изначальная задумка была в том, чтобы сделать Грагаса таким толстяком, который будет врываться в толпу, пить грок и раскидывать своим пузом, раскидывать бочками направо. Настоящий пьянчуга. Пьянчуга, который, да, будет там разбивать лица. И теперь его Владислав, кстати говоря, будет станет и немножечко откидывать, как вот с чем бы это даже сравнить. Как, наверное, небольшая, как уменьшенная версия подкидывания от Волквоза, примерно то же самое. Когда ты его кастуешь под себя, и цель от тебя немножко отпрыгивает. Ввиду этой способности. По поводу Варвика. Это будет 100%. Точнее, Дасксонг будет 100% сидеть в лесу до того, как он возьмет свой 6-й уровень. И тогда он уже станет хоть как-то эффективен на ганках во время тимфайтов, либо же чего-то еще. Можно выйти на случайный какой-то контрганг, если Вуконг и Варвик окажутся в районе одной и той же линии, то он может прийти на помощь своему союзнику. И под своим ускорением, с его преследования, когда у цели меньше половины здоровья, он начинает быстрее бегать, он сможет неплохо чейзить, особенно если вражеский Вуконг либо же Джейс прожмут свои флеши в попытке забрать Джакса. Да, на контрганках Варвик может сыграть до 6-го уровня. Посмотрим. Мне кажется, что все-таки Варвик это чемпион, который после 6-го уже себя реализует. Ну, конечно, да. Но все-таки под своим ускорением он способен чейзить. Чейзить такого чемпиона, как Джейс, мне кажется, ну, чуть ли не сплошное удовольствие. У него не так много опций для эскейпа. Есть его ворота, есть его прыжок, чтобы, ну, при помощи которого он может упрыгать на вражеского миньона. Но в таких ситуациях сомневаюсь, что они какие-то выгодные появятся на топ-лейне. Да. Хотел бы сделать небольшое лирическое отступление по поводу игры, которая у нас должна была состояться третьей, потому что, опять же, вопросы много идут. Вопросов, да. Много очень неясного. Надеюсь, что... Я так полагаю, что игра будет перенесена. На какой день, я думаю, мы скажем после. Скорее всего, среда. Да, пока еще неизвестен точный результат обсуждений. Дорогие друзья, не переживайте, мы все сообщим после этой игры, что нас точно ожидает касательно игры Super Team Rock Cup и команды Empire, конечно же. В любом случае, это будет очень нечестно, если обе команды готовы ставить. И... Я помню появление однажды из команды Good Team 600, суппорта, по-моему. Он просто вошел в лобби, сказал, что все, что ГГ, команда Super Team Cup победила. Тогда было все нормально. Что же будет в этой конкретной игре команды Absolute Legends против команды Good Team 600? Мне очень интересно будет понаблюдать именно за пиком Варвика в этой игре. Опять же, как он проявит, как Дасксонг себя конкретно проявит на early game? Будет ли он выходить на контрганки, либо же будет сидеть в лесу все это время до 6-го уровня? Попытка как можно быстрее взять свое абсолютное умение. И уже тогда с этим прокастом на мидлейне он может сделать и творить потрясающие вещи. Если в текущей мете чаще всего используется Вай в связке с Грагасом, то тут может быть хорошо использован Варвик. Причем в лейт-гейм он скейлится куда лучше, чем Вай. То есть его неубиваемость, так скажем, растет с каждой минуты все больше и больше. Его сустейн просто колоссальный. Чем больше хп у врагов, тем больше хп он себе восстанавливает. Также, конечно же, его чейз-потенциал, как Мундо, только он не замедляет цель, а ускоряет самого себя, чем меньше у них здоровья. И, в принципе, атак спид, который он дает Джаксу, он даст Эзреалю дополнительный ДПС для всей своей команды, позволит выигрывать тимфайт и размениваться по здоровью с куда большим КПД, так скажем. Также не стоит забывать про Вуконга, у которого массовый контроль — это подкидывание, но сразу по всем. В комбинации с Леоной мы видели в сегодняшней первой игре, команда Dragon сумела совершить хороший камбэк, такой там, знаковый для своей команды. В этот раз этих лучших двух чемпионов разделили. А теперь вместо Леона есть капитан Фейсрелл, который может неплохо, кстати говоря, запирать все вражеские цели по помощи своей коробки. Что-то не так с Нексусом. Его огонь светит в бездну. Void. Да. Касательно эхо на стриме, я там отмечал, что какие-то проблемы, возможно, были, но, насколько я знаю, с эхом ничего нет проблем. Со звуком, то, что со звуком все в порядке, так, это 100%. Вроде как. То есть там такая небольшая ложная тревога была.
Ну, надеюсь, опять же, все у всех устаканилось, все баги пофиксились, и сейчас мы будем все вместе наслаждаться этой замечательной игрой. Команда Absolute Legends и Good Team Chesed уже началась, возобновляется через 5 секунд. И что же будет у нас в этом сете? Какие у тебя еще прогнозы? Ты уже довольно много слов сказал по поводу игры. Что у нас Вухонг, у нас здесь трэш, капитан Фейсрол, который будет запирать игроков команды Good Team Chesed. Топ-лейн, то, на что, мне кажется, стоит обратить внимание, помимо Варвика в лесу, в первую очередь, так это Джейс, который должен загнобить Джакса за счет своих прокастов, за счет своих рейнджа билок. У него есть потенциал для того, чтобы уничтожить Джакса. А учитывая то, что Варвик к нему вряд ли сунется на первых уровнях, то тут уж открываются широкие ворота для того, чтобы поукать, настреливать своими шарами, автоатаками, давать свои прокасты и все прочее. Тут, мне кажется, Спортлайкер Панда должен показать, что он на Джейсе настолько же силен, насколько и на Ясу. Потому что он показал, что он способен на этом азиатском чемпионе. Да. Это на этом азиатском чемпионе, которого блокируют в Азии. Просто дизейблят, чтобы на нем не играли. Итак, капитан Фейсрол и Челленджер на нижней линии стоят довольно осторожно. Сейчас при этом хотят подловить, я думаю, Эзреали и Лиону, которые пойдут через реку. По крайней мере, они это планируют. Нусики ловят спортлайкера Панду, просаживают его по здоровью. Кстати, как ты думаешь, удачный ли пик Джейса в нынешней мете, тем более, когда был забран Джакс? А, хотя Джакс был забран после, по-моему. Джакс был забран после случае, Джейса, это, в любом случае, да. Джейс обладает хорошим потенциалом в плане паука. Чистка линии хороша, когда крипы находятся в одной точке, когда они идут, конечно же, в ряд, это очень сложно что-либо сделать. Но паук у Джейса, не то что идеальный, он очень хороший. Когда только он собирает Мономун, только он собирает Last Whisper, Brutalizer, эти шары сносят буквально по 3 хп любому кэрри. То есть тот же самый Грегас может отлететь на 3 хп, там может влететь уже Лебланк, дать свой прокаст и уничтожить цель. За счет всего этого есть вариант для того, чтобы это реализовать во время этих смертельных плясок в районе дракона, в районе башни, то есть при осаде, либо же при, наоборот, защите. В это время может поддержать Вуконг за счет внезапного вырыва, за счет декоя, верхов на облаке, циклон, подкидывание, влетает и бланк, дает хук, трэш и все по накатанной. Да, варды расставляются уже, первые так, тринки-то сажаются, хотя на топ-лейне пока что не спешат провардить игроки. Примерно понимают они тайминг передвижения своих джанглеров. Тем более, Джейс не опасается до 6 уровня появления джанглера, Варвика. У него не будет опции для того, чтобы забить Джейса. Тем более, Джакс сам в состоянии продамажить. А спортлайкера Пан идет Counter-Strike, вынуждает прожать флэш Джейса. Это очень неприятное начало для топ-лейнера команды Absolute Legends. Если бы спортлайкер Пан сейчас не прожал флэш, то бы все шансы на килл были бы. Капитан Фейсрол разменивается сильно с Конктором, получает Игнайт. Дарки пытается добить Трэша, но, к сожалению, ему это не дается. Идет флэш от Зану, но все-таки с Игнайта забирает трэш. Этот килл Челленджера практически пикбайт, у него слишком мало хп. Не удается забрать Люциана и ставит дабл-килл капитан Фейсрол. 2 килла. В стиле демейджа, в свою очередь, Нусики на топ-плейне продолжают оседать на спортлайкера Панда. Большой минус для Джейса в том, что он отстает по уровню. То есть второй уровень взял раньше Джакс, он на него напрыгнул. Взял третий раньше, опять же, напрыгнул. Дал свой прокас при помощи импаура, липа и контрстайка в очередной раз. Этот мув идет, откидывает вовремя спортлайкер Панда Джакс. Не позволяет дальнейшие автоатаки наносить этому ужасному, страшному чемпиону. Как Джакс, да. Ну, большой плюс для него в том, что у него есть кристаллин фласк, позволит ему дольше оставаться на линии. У него есть также 3 поушена. Вот у спортлайкера Панда он этим ничем не сможет как-то похвастаться. У него остался 1 лонгсворд. Пытался он ворваться в носики, но у того есть флеш, у того есть игнайт, и какой-то обратный урон может пойти очень и очень хороший, даже такой солидный. Да, пошел дисторшн со стороны Лебланк, стараясь продамажить Рейнмана, максимизировать свой урон, это то, что нужно ЛБ на этой стадии игры, ведь Грагас обладает превосходнейшим сустейном, и если Лебланк сможет держать Грагаса на низком уровне здоровья, то можно будет пытаться совершать какие-то бёрст-мувы до того, как Варвик получит свой 6 уровень, начнет вот, кстати, тот самый момент, когда у Грагаса остается немного здоровьем, Лебланк совершает еще один КВ-комбо, продамаживает еще... Ух, спортлайкер Панда вновь использует грамотно очень свою третью способность, сильно прожимает Джакса, на этот раз Джакс отдает свой флеш, попытает спортлайкер Панда поставить этот килл, и третье убийство уходит в пользу команды Absolute Legends, на этот раз на топ-лейне Джейс совершает этот килл после всей агрессии Джакса, после того, как потрясающе отыграл Рво Нусики.
Да, конечно. Спортлакер Панда умудряется сделать как обратно. Как же мы могли забыть про это откидывание вот JSA, которому он выкидывает JSA, выкидывает Джакса и дает ему возможности накинуть стан на Спортлакера Панда. И сейчас было просто идеально использовать. Вновь мув! Со стороны Лебланк Рейнмен теряет здоровье. Катастрофическая ситуация для Грагаса. В свою очередь Кованелла заходит на нижнюю линию конкур большой опасности. Он получает слишком большие прокасы со стороны команды Absolute Legends. И еще один килл уходит в их пользу. Четвертый в этом сете. Да, я на самом деле думал, что Кованелла Си решил как в стиле Варвика. То есть он понимает, что не будет ранних ганков со стороны вражеского лесника. И можно фармить в лесу. Он думал, что будет брать все-таки циклон как можно быстрее. Но нет, все-таки он решился на выход на ганг и подарил буквально 300 золотых своему адекэри. Да. Кстати, по поводу закупов, что еще стоит отметить? Руник шилды у обоих суппортов. И 3 Дорн с Рингом у Рейнмена. О-о-о. Дорн Кэрри. Дорн Кэрри Рейман в этом сете. Посмотрим, что покажет он в дальнейшем. Ему нужен этот сустейн, да. Ему нужен это количество ХП, ведь мы помним, что для Грагаса ХП это довольно важный статус, учитывая то, что он отхиливается на 4% максимального ХП от каждого используемой способности на топ-лейне. Тем временем Джакс разменивается по здоровью слишком сильно с Джейсом. Джейс умудряется добить Джакса, в свою очередь, на бот-лейне. Мы увидели килл в пользу Absolute Legends на Эзреале. Что творят сейчас Absolute Legends? А Эль в этой игре раз за разом выигрывает доминирование по всем фронтам. Это точно. Ну, топ-лейн, конечно же, стоит отметить Спортлакера Панда у Зенитблейд от Конкунера, но... Неудача, к сожалению. Бесполезный, так скажем. Преследует Good Team Chesset в этом сете. То есть на бот-лейне отличный был ганг совершен от Вуконга, что обеспечило команда Upset Legends еще одним киллом. На топ-лейне были мувы от Джейса, причем в один на один файте он разбивает Джакса. На мид-лейне мы видим сильное гнобление со стороны Лебланк по Грагасу, и Рейнмен сильно терпит практически под своей тауркой. Такую сборку, на самом деле, я видел от Фрогена за Грагаса, если мне не изменяет память. Там было 3 дарана и сразу же Рабатон Дэдкэп. Это, знаешь, эта сборка еще с первого сезона Шушей собирался так. Он собирал 2 или 3 Дорана, потом сразу же шел Рубадон Дескэп, и это была очень эффективная сборка на Грагасе. Итак, 6 уровень Dusk Song на Варвике. Он готов делать мувы, он готов врываться и уничтожать своих оппонентов. И, кстати, сейчас хороший очень вариант это сделать на Лебланк, потому что она использовала свой дисторшн. Ульты нету, Варвик заходит. Попытка использовать каск, выкинуть Лебланк, тут же прожимается флэш, и Лебланк оказывается в сейфовой позиции. Тут заходит Вукон Кованелли, думал ворваться с помощью декоя. Тут же ульта! Нет! Неудачный мув от ЛБ, тем не менее Дисторшн может дать ей возможность выжить. Еще одну автоатаку наносит Варвик, добивает все-таки Мальцевика. И один килл забирает Гутим Чесет. Мальцевич. Мальцевич. Так, по-польски, так скажем. По-польски, да, один килл для Варвика. Ну, лучше бы, конечно, он ушел для Грагаса в этой ситуации, но Грагас не пошел. О, да, Варвик решает отдать килл Таурке, чтобы ни в коем случае не доставалось дополнительное золото Вуконгу, который в это время искал бедного ВВ. Джакс, в свою очередь, пытается фармить, но Джей за счет своей рейнджи не дает Джаксу этого делать. И эти два килла, капля и бруталайзер, позволяют Джейсу сейчас изумительно действовать, изумительно позиционироваться, а Джакс, в свою очередь, очень сильно терпит. Но хочется отметить то, что Спартакер Панда первым предметом собрал именно бруталайзер, а не каплю. В предыдущей дуэли этот бруталайзер позволил выиграть и заработать себе еще один килл. Так что Спартакер Панда еще один плюс для себя. Да, что же будет в этом плане? Ух. В этом плане сможет ли Спортлайкер Панда забить таки Джакса до конца? Если поставлен будет третий килл, мне кажется, что у Джакса не останется ни единого шанса на камбэк, он будет... Ну это Джакс, в любом случае, это как Триндамир, либо же Сингет. Он будет никаким минуты до 30 минимум, и это обеспечит команде Absolute Legends возможность очень быстро закончить эту игру, так как файт, грубо говоря, 4 на 5, Джакс не сможет практически ничего сделать, идет агрессия от Рейнмена по Лебланк, старается продамажить как можно сильнее. Descendants, Mad Life Style, Капитан Фейсрол ловит Дарки, Дарки нет опции для выживание, и он отдаст этот килл в пользу команды Absolute Legends. Тем временем заходит Варвик, дает свою ульту по Спортлайкеру Панда, не сможет Джакс ничего делать. Нужно Варвика убивать Джейса любыми возможными способами. Флэш проходит от Джейса. Нету маны, к сожалению, у Варвика, и сможет Спортлайкер Панда уйти из-под удара этого джанглера. Так что Джакс попался под удар этого шара от Джейса. В свою очередь может стрелять сильно Мальцевич, получает эксплозив каски, Игнайт, еще один удар от Рейнмана, и боди слэм, добивающий по Лебланк, обеспечивает
Вторым киллом команда Good Team 6-7. Да, единственное место, где сейчас хорошо Good Team 6-7, это, конечно же, мидлейн. Там Рейнмен чувствует себя более-менее хорошо, в отличие от всей его остальной команды. 0-2 на топ-лейне, 0-3-0 и 0-2 на бот-лейне. Считай, 5-0 на нижней линии сейчас ведут команда Absolute Legends. Челленджер имеет в своем активе 3 килла и 2 ассиста. Может позволить себе купить практически готовые две заготовки под Bloodthirster. Скоро будет очень-очень много. Да, The Sentence, капитан Фейсролл, уходит в крипа. К сожалению, если бы не крип, возможно, по Изреалю прошел бы этот удар. Хотя у него был Arcane Shift, поэтому немножко под сомнением этот мув. Вновь мы видим топ-лейн. Да, возвращаясь к обсуждению топ-лейна, я хочу сказать, что спортлайкер Панда потрясающим образом реализовал свой пик GSI как средство, чтобы загнобить Джакса на early game. Две смерти у Джакса, серьезный перефарм 20 крипов. То, что нужно команде Absolute Legends именно на верхней линии. Да, плюс Джейс может довольно быстро набрать обороты, и в мид-гейме он будет крайне эффективен. Обладая большим количеством атак дэмэджа, он будет поукать как бист, не давая никак реабилитироваться ребятам из команды Good Team Chisset. Почему же как бист? Как зверь, уж по-русски. На русском сервере у нас проходит сегодняшняя игра. Да, тем временем падает первая вышка на топ-лейне. Спортлайкер Панда все сделал как надо для своей команды. Мало того, что на бот-лейне все хорошо, так еще и на верхней линии. Он обеспечил униженную, своей команде униженного Джакса, разрушенную башню и движется в сторону тир 2. В свою очередь, Даск Сонг на мид-лейне в очередной раз пытается что-то там совершить. Рейнман очень хорошо себя показывает в этой игре. Получится ли у него дальше продолжать свой успех? Это вопрос довольно интересный, потому что в любом случае сейчас игра перейдет в мид-гейм, Джейс начнет двигаться, и перед Грагасом встанет ряд серьезных проблем. Заходит сейчас Варек на топ-лейн, идет ульта, естественно, по спортлайкеру Панда, ему не хватит урона, чтобы убить Джакса. Overextend со стороны Джейса обеспечивает команду Good Team 6-7 третьим киллом в этом сете. И что самое хорошее, что самое занимательное, замечательное в том плане, что килл уходит для Джакса, но дракон. Дракон сейчас может идти в сторону Absolute Legends, понимая, что здесь ник вражеская команда находился на топ-лейне. Он ничего не сделает. Да, что мы наблюдали из игры в игру, из раза в раз на профессиональной сцене, что если топ у джангля появляется на топ-лейне, то моментально с другой стороны забирается дракон. В свою очередь на миде мы видим, как Рейнман вновь проседает по хп, но это еще ничего не значит. Сколько раз мы видели, что Рейнман садится по здоровью Рейнмана, проблемы, но тут же сустейн благодаря его пассивке 4% максимального хп. После каждого каста. Каждого каста, да, обеспечивает ему возможность оставаться на линии очень долгое время. Да, и, по-моему, именно этого добивался спортлайкер Панда. Он уж очень агрессивно находился на топ-лейне, продолжал фокать и не возвращался на базу очень долгое время, вынуждая Даск Сонга прийти на ганг, дать свое умение, пожертвовал собой. Флеша, отличный флеш, в свою очередь идет Out Lee Blank, немножко не хватает этот Barrel Roll, чтобы добить Lee Blank Мальцевича. Это было очень близко. Отличный мув, все-таки потрясающий флеш Out Lee Blank, вовремя среагировал. Мальцевич и Польский свэк. От Мальцевича. Спортлайкер Панда, в свою очередь, приходит на мидлейн, чтобы защитить эту линию. Вот на настигающую грозу на тир-1 вышку. А, потому что Рейнман. Хотя Рейнман на низком уровне здоровья вряд ли бы решился продолжать какую-то агрессию в том районе. А вот на ботлейне Челленджер и Капитан Фейсрол могли бы что-либо совершить и сломать тир-1 вышку еще одну. Практически, кстати, уничтожена башня на ботлейне. Что мы будем дальше? Думаю, уничтожив тир-1, спокойно команда Absolute Legends сможет ротироваться на центральную линию, там помочь LeBlanc в этом неприятном противостоянии с Грагасом, хотя LeBlanc стабилизирует ситуацию с покупкой Афинс на Холи Грейл. Самое главное, что по крипам все очень ровно, да, уходит. Из-под замаха автоатаки от Рейнмана. Джакс на фрифарме — это не то чтобы серьезная проблема, но эту нельзя допускать. И ты посмотри, он вынужден собрать Glacial Shroud. В отличие от стандартного Бэддурин Кинга и Тринти Форс, он идет, скорее всего, в Айсборн Гаунтлет, как мне кажется. Немножко армор он собирает против Джейса, чтобы попытаться выиграть в дуэлях, так скажем. Да. Не лишая себя мощного прокаста, но в то же время давая себе возможность каким-то и опциям защитным способностям замедлять Джейса, чтобы он тот не смог уйти после того, как он тебя откинет, смог до него снова добраться. Ну, что-то в этом духе. Да, ботлейн уже сломанный, движется дальше, как там Фейсролл и Челленджер. Неумолимый доу-лейн со стороны команды Absolute Legends. Ох, Рейнман вновь производит агрессию. И дабл мимик. Ой, дабл Сиджел оф Сайленс. Дабл Сиджел оф Сайленс. Время для теории крафта.
Ба-ба-ба-ба-бам-ба-ба-бам. Малцевич. На самом деле хочу отметить его игру на мидлейне. Он постоянно играет с Рейнменом. То есть идут какой-то эксплозив каск, он использует флеш, улетает еще дальше. Рейнмен дает баррел ролл, дается дисторшн. Идет бодислэм, идет сразу дисторшн. Он постоянно играет его способностями. Разводит, да. Старается как-то уворачиваться от него, тем самым, наверное, повышая напряжение на мидлейне. Тем более для Рейнмена, который из раза в раз, ну, не получается у него попасть скиллшотами. Это создает некое давление внутри, наверное, игрока. Да, внутри его сознания. Причем стоит отметить, как в начале Мальцевич сильно жал Рейнмена с помощью, да, своих способностей Citadel of Silence и дисторшн. Постоянно по кулдаун он их бросал и бросал, прожимая все сильнее и сильнее бедного Рейнмена. Но тогда Варвик не вышел с того уровня, тогда были возможности для всего этого. Сейчас, конечно, Варвик делает отличную работу. Мы видели ганг на мидлейне. В дальнейшем перешел на топ-лейн и дал восхитительный ганг по Джейсу, обеспечив вторым киллом в этой игре команду Good Team Chesed. И сейчас мы, кстати, наблюдаем присутствие Джейса и Вуконга с одной стороны, Варвика и Джакса с другой. На верхней линии, я думаю, что 2 на 2 файта не избежать, если, конечно, здесь игроки не проявят супер... Интуицию? Да, супер внеземную интуицию и предосторожность какую-то, и не подставиться под эти удары. Честно говоря, я все-таки, ну, я даю предпочтение комбинации именно Джейса и Вуконга. За время подкидывания Джейс может очень неплохо раскастоваться, нанести также много, очень много прокаста, и АОЕ способности у него тоже хватит, чтобы хватило и Варвику, и Джексу. В свою очередь, Варвик может использовать свою ульту либо же по Джейсу, либо же по Вуконгу, но ее могут сбить, что один, что другой. Да. Откидыванием сбивает Джейс, циклоном сбивает Вуконг. И как-то реализовать на максимальный КПД абсолютно умение Варвика не получится. С другой стороны, массовый стан есть у Джакса. Если он им сначала ворвется, даст возможность, да, Варвику уже сверху раскастоваться, это внесет некий нотку хаоса такого. Неразберихи. Большой плюс команды Absolute Legends в данном противостоянии 2 на 2 в том, что у них помимо... их преимущества по айтемизации, по уровням. Здесь это можно в расчет... Ну, это нужно брать в расчет, но если мы так уравняем их более-менее, то... Кстати, у Джакса Glacial Shroud первым предметом, да, что крайне нестандартно. Что ты уже говорил, что ты уже упоминал. Я хотел сказать о том, что Варвик и Джакс обладают сустейн ДПС. То есть, если битва затянется, то, скорее всего, Варвик и Джакс одолеют Вуконга и Джейса. С другой стороны, у Вуконга и Джейса блестящий бёрст. Они врываются, тут же вносят колоссальное количество урона и уничтожают одного из игроков команды Good Team Chesed, а возможно, двоих. В зависимости от ситуации. Но, опять же, хп-пул есть у Варвика, есть Glacial Shroud у Джакса, то есть дополнительная броня. 45 брони она дает, позволит выдерживать атаки и от Вуконга, и от Джейса одновременно. Ну, хп, конечно же, полезен против всего вообще в принципе. С другой стороны, выживаемости у Absolute Legends на топ-лейне нет. Ну, класс армор лишь добавляет 18 брони для Вуконга, но все равно этого, мне кажется, недостаточно против магического урона у Варвика, полумагического урона от Джакса и так далее. То есть именно софт-атак блокировать, ну, да. И Counter-Strike от Джакса тоже. Да. Пока у нас выдалась небольшая пауза, там спрашивают, играли ли Супер Тим Капа и команды Empire. Нет, игры, к сожалению, не было. Она перенесена. Скорее всего. Мы узнаем точно после этой игры, но у Супер Тим Капа и Empire, возможно, не будет сегодня игры. Они еще не играли. Еще точно не играли. Ну, мне кажется, скорее всего, перенесут эту игру, иначе уж слишком поздно мы закончим. А как в тот раз, когда перенесли... По-моему, с Absolute Legends была игра, Absolute Legends. И Super Team Cup. И Super Team Cup, опять же. То есть, Absolute Legends сейчас играет. Ну да. А ту игру Super Team Cup как раз Absolute Legends перенесли, по-моему, с четверга... Тогда четверг был, да. С четверга на субботу. Да, потому что там матчи немножко съехали в связи с Intel Extreme Masters. Итак, дорогие друзья, возвращаемся мы в эту игру. У нас Absolute Legends и команда... И команда... Даблганг на топ-лейне. Да, спортлайкер Панда проседает по здоровью. Все пошло не совсем по плану. Хотя, с другой стороны, циклон врывается в укон. Джейс пытается уйти флешом. Он выживает пока что еще новый. Ох, этот дамаг от Варвика. Но Варвик погибает. И сейчас команда Absolute Legends в преимуществе на верхней линии, скорее всего, сможет. Вуконг забрать этот килл, вливает с помощью своего Десенданса. Трэш очень далеко. Он ворвался по таурку. Команда Good Team Chesed дает отличный флеш из-под удара. И Джакс не смог, к сожалению, добить Вукона. Это было очень близко. Да. В свою очередь, на мидлейне Рейнман раздамаживается по Мальцевичу и убивает его. В какой-то веке Грага ставит этот килл на Лебланк.
Ливи. И по-прежнему ситуация на мидлейне все лучше и лучше для Good Game 6 Set. И все хуже для Абсолютленос. Но с другой стороны, на полдлине Челленджер и Капитан Фейстрел ломают, ротирует 2 вышку на нижней линии. Сломали. Да. Теперь они идут с счетом 3-0 по башням. Вот Тауром очень на топ-лейне выигран тимфайт. А, не тимфайт, а маленькое сражение. Ой-ой-ой, Десенос отличный от Капитана Фейстрел. Даже сквозь стену пробил Грагаса. И, похоже, отдаст этот килл Рейнман сейчас. И 3-0-3. Лода Кэрри и суппорта команда Absolute Legends. Назрю тут эти 2 игрока. Делиться друг с другом абсолютно всем. Да, они сейчас даже хотели поделиться Грагасом. Думали все, кому же... Да, сначала показалось то, что Челленджер отмножил. Ну давай, добивай. Не стал давать последнюю автоатаку, ну... Потом что-то Капитан Фестрол, да чё-то нет, ты забирай. И пошел флеш Челленджера, чтобы уж наверняка, но все-таки килл ушел Капитан Фестрол в конечном итоге. Да, билд Жолтера Катласа есть у Джакса, у Нусиков. И поможет он ему. В предыдущем тимфайте он довольно много ставил неприятностей, особенно когда он остался один на один с Воконгом. Мне показалось, что Воконг может уже отдать этот килл в пользу Джакса, но декой, спас его шкуру. Да, не только, там может правда декой. Ну, последний момент, самый последний момент. Нусики отходят под Т2 Таурку, довольно осторожно сейчас отыгрывают ребята из Good Team 6 Set, понимая, что им ни в коем случае нельзя отпускать игру, им нужно сейчас реабилитироваться и стараться. Стараться забирать Джейса, что заходит, делает Варвик. Сейчас будет ульта, скорее всего, прожата, тыже впрыгивает Нусики, но будет циклон. Отличный мув делает команда Absolute Legends. Варвик большой опасность, пытается Каванелли добить. Нусики умрет. Варвик под красным бафом. Ох, укус очень вовремя проходит от Хандеринг Страйк. Протакер Панда получает много повреждений. Слишком. От Таурки и отдает этот килл. И, по-моему, это была какая-то лишняя агрессия, потому что если бы он не стал преследовать, Джакс был бы на низком уровне здоровья, Блэксонг был бы на низком уровне здоровья, они были бы вынуждены вернуться на базу. А вот Джейс и Коком под этот шумок спокойно бы сломали тир-да вышку и ушли бы вдвоем, целые невредимые. Ну, в конечном итоге все же забрали вышку, разменявшись один на один, в свою очередь, на мидлейн. Да, это килл для Джакса, не совсем приятный мув для синей команды, но с другой стороны, учитывая то, как они семимильными шагами двигаются по этой игре, 5 Таурок уже в их пользу, по голде они сильно опережают команду Good Team 6 Set. 8,5, да. Сейчас еще больше будет. Дастон пытается как-то отзонить игроков синей команды, но это не представляется возможным. У него нет ульты, следовательно, без своей ультимейт обилки Варвик не сможет произвести нужный энгейдж. Да, и несмотря на счет 0-3-0, у Лилбланк она может себя чувствовать уверенно за спиной своих союзников. Союзников, которые хорошо отыграли early game. АД Кэрри, Спорт, Лесник и Туплейнер все чувствуют себя просто потрясающе. Этот полк, ну, не по той цели, по которой нужно было, но, тем не менее, по Джаксу. Да, Десенес проходит сейчас от Трэша. Могут в неприятной ситуации оказаться игроки синей команды. Да, Стонг умирает, тем не менее. Мальтевич уж все-таки ушел из-под удара. Капитан Фейсрола даст килл под своей коробкой. На Челленджера впрыгивают игроки Good Team 6 Set. Челленджер, скорее всего, упадет, пытаясь раздамажиться еще с разворота. Спортлагер Панда, для него это звездный час. Сможет ли он забрать троих игроков красной команды? Игнать пошел по Мальтевичу. Он погибает. Каванелли заходит на Айронмена, убивает его. Нусики практически погибают, но благодаря Counter-Strike удалось задолжить этот удар. Спортлайкер Панда продолжает набивать свои автоатаки по Дарке. И в итоге, в конечном, забирает этот килл на нем. И этот мув с Еку комбо. Спортлайкер Панда забирает еще один килл в свою пользу. Таким образом, это эйс в пользу ребят из Absolute Legends. Не мудрено, у него Brutalizer, Last Whisper и Мурамана пока еще. Но все равно, это то, о чем я говорил. Джейс на этом этапе игры крайне-крайне эффективен. И пока команда Team 6 Set не наберет какой-то вид тонковитости брони против этого чемпиона, они будут беспомощны против этих прокастов. Да, подбегает Даск Сонг, попытался стилить. Сможет ли он добить Спортлайкера Панду с флеша? Да, кидает свою ульту и добивает Спортлайкера Панду. Шатдаун крайне выгодный для Варвика. Плюс 500 золотых в его копилку. Да, сноубол для Варвика тоже крайне хорош. В отличие от Джейса, он в лейт гейме чувствует себя куда лучше. То есть он может исчезнуть цели, может преследовать Люцана, несмотря на всю его мобильность, он может бежать за ним до самого конца. И ничто его не остановит. Пожалуй, одно лишь замедление, дисторшены. Все это в совокупности. Мальцевич прыгивает с помощью Sigil of Science, дает дабл дисторшн. Там фейсрол может здесь попасться. Ну, нет, нет, все пока что стабильно для ребят из команды Absolute Legends. Они идут впереди и не ловятся на какие-либо мувы со стороны Good Team 6 Set. Хотя здесь, опять же, все возможно. Да, мы видим серьезное преимущество у двух AD Carry. Можно даже сравнить это. Vampiric Skeptor на Bloodthirster и ботинки на Berserker Pix. По золотым... да, очень много. 3200 по золотым. Это очень...
Очень много. Это практически целый бладтерстер, можно даже так сказать. На мидлейне все очень ровно. За счет глобального золота Репланк чувствует себя неплохо. За счет шести вышек, за счет драконов. Все довольно стабильно. Но вот у Рейдмена есть 3 килла, 4 ассиста, поэтому позвольте ноздря в ноздрю. У лесников преимущество в 1200 у Вуфонга. Запрыгает Каванелли на рвон усики. Посмотрим, будет ли сделан этот килл. Да, без проблем. Оверэкстенд со стороны Джакса обеспечивает команду света 17 киллом в этом сете. И по голде мы видим 10 тысяч. Идет Descendants по Эзреалу. Тут же прожимается коробка. Напрыгивают все вместе на Челленджера и моментально его уничтожают. Отличный был мув сделан со стороны команды Good Team 60. Будет дальнейшее преследование по Капитан Фейсролу и Спортлайкеру Панда. Нужно отходить ребятам из Absolute Legends. Ни в коем случае не подставляться. И отходит. Выживает. А стандлок ламбу мы сейчас наблюдали буквально от Варвика и Леона, который позволил всем остальным... Четко понимаешь, что... Оу, синий баф достается Джейсу, этот урон от шаров. Полторы секунды ульты Варвика дают возможность использовать Solar Flare Леоны. Тут же трошат Берридж от Дарки прокастовывается и... Эксплозив каск. Да, 100 тонна урона, это просто потрясающий Dusk Song, в свою очередь. Здесь очень мощно огреб от Спортлайкер Пана. Пытается Джейс добить из реально, несмотря на скилловые мувы, с помощью Arcane Shift уворачивается Дарки от выстрела Спортлайкер Панда. К сожалению, все равно погибает. Все равно нету вариантов. А Дарки попался под расстрел буквально. И Мальцевич в большой опасности. Скоро катится прыжок. Но Рут от Лебланк позволяет держать на расстоянии этого опасного чемпиона и не подпускать его к себе. Эфириал Чейн. 0-4. Another Chain? Эфириал Чейн. Там вот на стриме Бергсона был этот момент. Многие, вот даже Риф особенно, Ривингтон использует часто эту фразу во время трансляции американского LCS, когда Бергсон играет за Лебла. Another Chain? Еще одна цепь? Это то, что может делать Лебланк. Да, постоянные цепи. Ну, у нее есть уже Рабадон Дефкэп, у нее есть Афинзен Холи Грейл. Нет ботинка, правда, но это не мешает Мальцевичу за последние минуты, он не мир ни разу. В принципе, довольно хороший результат. Каванель с этим временем отбирает красный баб Тасксонга. Тасксонг чувствует себя, мне кажется, немножко беспомощным на этом этапе игры. Учитывая то, каким преимуществом обладает команда Absolute Legends, то вне всякого сомнения и Варвику нужно реабилитироваться. Благо, Варвик может это сделать с ходом игры. Кстати, у него забилдованный Sorcerer Shoes плюс 15 Magic Penetra у него есть. И это делает его более дамажным в энгейджах, причем в краткосрочных боях, когда он дамажит очень сильно с помощью своей ульты. И Ханджелинг Страйк обрывается на Dusk Song. Команда Absolute Legends моментально уничтожает его. Единственной у него опцией было ультануть по Лебланк, но, увы, это никаких плодов сейчас не принесло. Команда Good Team 60 также теряет Контнера. Он попадается под прокасты команды Absolute Legends. И еще один килл для Absolute Legends, 20-й, дает им возможность сейчас побороться за оборону. Честно говоря, я удивлен, почему Конкнер не решил продолжать этот станлок со стороны Варвика. Потому что команда Good Team 60 была довольно-таки рядом, и можно было задержать на определенное количество времени. Прыгивает Нусик на Мальцевича, но здесь поддержка его команды обеспечивает Absolute Legends еще один килл, 21-й в этой игре, и Рейнман пытается состилить барона, удастся ли ему что-нибудь сделать, идет Barrel Roll Explosive Cast, к сожалению, он не смог состилить, не хватило дэмэджа, и в свою очередь Мальцевич сделал свое дело, забрал Грагаса потрясающим прокастом. Первый килл для него, и большой плюс, конечно же, по-моему, это будет Surrender. Да. Surrender со стороны Good Team 60. 15 тысяч золотых преимущества у Absolute Legends перед Good Team 60. Это очень серьезная цифра на 25 минуте. На 18 было 9, по-моему, даже цифра. Пока что еще не Surrender, думаю, что... Я не знаю, был ли это дисконнект для Рейнмана, но ситуация явно была такая неприятная. И я думаю, что Рейнман был немножко обозлен ситуацией. И такой его был выход из игры, скажем. Капитан Фейсрол ловит Конкнера. Конкнер использует... Solar Flare, ну да, это все-таки Surrender. Отсрочно немножко решение со стороны команды Good Team 60. Для GTSS была тяжелая игра. Вот с самых первых минут было очень сложно. Нусиком было крайне тяжело стоять против спортлайкера Панда, учитывая то, какую он игру показал. Также на ботлейне проблематично было, очень проблематично противостоять ребятам из Absolute Legends, их комбат челленджеры и капитан Фейсрол, Люциан Трэш. И единственный, кто хорошо держался в этом сете, это был Рейнман. Он реально старался хоть как-то стабилизировать ситуацию, но, увы, это было крайне сложно в данном сете. Несмотря на
удавшиеся два ганка от Варвика, от Даск Сонга, команда Good Team 6Z не смогла развернуть ситуацию на 180 градусов, и мне не удалось как-то себя реализовать в этом сете, и в дальнейшем банальный сноубол со стороны синей команды, со стороны Absolute Legends, привел их к победе в этом сете.